Это как скульптура, говорит Андрей Пересадин. Электрический шпатель в его руках раскален до 140 градусов. Воск плавится и приобретает форму зуба. Стоматологов пациенты часто побаиваются, а вот зубных техников даже в лицо не знают. Но именно от их творчества зависит, если не все, то очень многое. Мы занимаемся производством, непосредственно конструкцией, которые потом уже врач, стоматолог ставит пациенту в рот. Мы видимся с пациентом максимум 2 раза, и поэтому нас бояться не стоит. Восковая модель – это прототип настоящего протеза, который отправится в рот пациенту. Такое конкурсное задание – будни зубного техника. Здесь оценивается качество работы, мастерство студента. Создание даже одного зуба из воска – процесс не быстрый. Сейчас я где-то за минут 40-50 смогу. Конечно, если кропотливо каждую мелочь моделировать, смотреть каждую деталь, чтобы была. На конкурс прошли лучшие студенты из Башкортостана, Татарстана, Саратовской, Пензенской и Самарской областей. Отмечаю я все-таки высокие знания студентов, теоретические. Есть хорошие мануальные, так мы говорим, навыки. Это тоже говорит о том, что у них есть условия учиться и применять свои теоретические знания на практике. Практическое задание – последнее испытание для студентов. До этого они ответили на 60 теоретических вопросов. За каждый этап студенты получают баллы по их числу и определят победителя. Валерия Макарова, Станислав Левин. События.